празднование 7-летия танцевального рая. Это самое лучшее и самая популярная вечеринка Эстонии. 7 долгих, 7 звездных и эпатажных лет. Como ninguna, no puedo olvidarla. Y ahora de lo que le gusta, la pongo a temblar, bailando en lo oscuro. Vamos volando. Sabes lo que quiero, la noche entera, sabes, sabes lo que quiero, la noche entera, go. Tantsuvaline rai, ma olen siin varem ka käinud ja super pidu on, rahvas on mõnus. Mulle meeldib tantsuparadiis, sellepärast siin käivad tütalapsed kõrgete kontsadega ja kenade seelikutega. See on ainuke pidu, kus tütalapsed tulevad ja näevad vaeva. Väga super! Väga super! Parim pidu! We are actually from Turkey. What do you like about our party? That's very nice. Well, party is fantastic. We love Russian music, and it's always really good atmosphere here. So whenever we come, we are loyal customers. Танцевальный рай, самый классный. Спасибо, Герту. Вау. Герт, мы тебя любим, и Катерину тоже. Мы любим русскую музыку, мы любим танцевальный рай. See on kindlasti, ma olen esimest ja ma ei ole kindlasti viimast korda. Ma tulen tagasi, ma tulen maksimiaalt tagasi. Ma jään seda ootama. Tantsuvalne rai 7 лет, какие вас желания нашей вечеринки? Чтобы было еще 77 лет тоже. Ну хорошо, ребята, поздравляю вас с 7-летием. I wish a happy birthday for Tantsuvalne rai. Also, I guess I have to say happy birthday to Gert. It's a really cool body and keep it going. Palju edasist inspiratsiooni. Veel rohkem paremaid esinejaid. Ja Gerdile hästi palju jõudu. Какие у тебя пожелания в день рождения танцевального рая? Танцевальный рай супер просто. Единственная дискотека, которую ты хочешь посетить. Спасибо.
тебя. Чтобы всегда были такие же прекрасные вечеринки, чтобы было столько же красивых женерадостных людей. Спасибо. Чтобы дальше так же было классно, чтобы так же было весело. И не только раз в месяц. Танцевальный рай, я люблю тебя! Солнце и розы и нежность, и все для любви. А когда нас будил первый луч света, ты говорила: последнее лето. Сердце в руках дрожало тогда. Я хотел все отдать, ты хотела мечтать. Имя твое снова сводит с ума. Далеко я плыву в облака лишь до утра. Романтичная, гламурная и дерзкая, забавная и смешная. Женщина может быть разной, но она обязательно будет вас любить, если вы будете дарить ей внимание. Мужчины, берегите нас, девушек, женщин, мы же без вас не можем. Всех женщин и девушек поздравляю с 8 марта. Моя женщина самая лучшая женщина в мире. И хочу пожелать всем остальным, чтобы они ценили, уважали и любили ту женщину, с которой они вместе находятся. Желаем цветов, улыбок и хорошего настроения женщинам. Больше улыбок. We wish them happiness and we wish them to make good decisions when they are choosing their men. I hope you have a nice Women's Day, everybody. You get a lot of gifts. Happy Women's Day! До утра! Спасибо тебе большое за концерт, такой качественный вообще, ты раскачал публику. А как тебе наша вечеринка «Танцевальный рай»? Хорошая энергия, хорошие люди,
поздравляю вечеринку с 7-летием. Да, сегодня 7 лет. И да, я очень ценю, что они решили меня позвать. Помимо 7-летия нашей вечеринки, сегодня еще и 8 марта мы здесь отмечаем. Какие у тебя пожелания отдельно женщинам и, конечно, вечеринке в танцевальном рае? 8 марта, ну да, оно близко. Очень люблю эту дату, потому что почему-то вот в этот день все женщины кажутся счастливыми. Они все как бы цветут, все абсолютно. И это просто фантастично. Скажи, ты успел по Таллину погулять? Какие места тебе тут понравились? Я уже много раз гулял по Таллину и просто обожаю. Может быть, любимые уже места какие-то. Обожаю этот город. Вот старый город, центр, где мы находимся, это просто прекрасно. Энергия хорошая. Я много раз гулял и летом. Но сейчас немножко холодно, мы не погуляли еще. Но энергия хорошая, люди просто прекрасные. И надеюсь, еще много-много раз еще побываю в вашем прекрасном городе. Обязательно, мы будем ждать. Пожелай что-нибудь, пожалуйста, нашей вечеринке на 7-летие. На 7-летие? Да. Как я понял, это очень популярная вечеринка. Да, очень популярная. Самая популярная. Самая популярная. Это значит, что вы многое делаете правильно, многое делаете от сердца, от души. Желаю вам, чтобы это было, конечно, чтобы мы встретились еще на 70-летие, да, что ли, и вы продолжали также радовать своих посетителей, которые я видел, они очень-очень счастливы вообще быть здесь, и они чувствуют энергию, я это почувствовал. Значит, много чего правильного происходит здесь. Так что я желаю просто не терять это, все остальное прекрасно. Спасибо. Спасибо. Приезжай к нам еще на 70-летие. Обязательно. Ну а у нас праздники продолжаются. 1 апреля никому не верю. Смотрит Голливуд, Максим, сама Максим приедет к нам. Обязательно, обязательно приходите!